Мир вам, друже. Вы знаете, что Бог любит вас, и Він это доказал. В этом святом письме написано. Ибо так Бог возлюбил мир, что Он дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дорогой друже, в этом стихе описано в том, что Бог доказал это тем, что Его Единородный Сын, сущий недре отчим, пришел на этот мир, став человеком, для того, чтобы спасти каждого из нас, чтобы мы имели жизнь вечную. Так, как говорит Слово Божье, верующий в Него на суд не приходит, а неверующий уже осужденный, потому что у него вера в Единородного Сына Божьего. Этот стих говорит о том, что каждый человек, который уверует в Единородного Сына Божьего, будет спасен, а те, кто отвергает его и не верит в него, придут на суд и будут осуждены. Также слово, письмо Божье говорит, что каждый человек, что Иисус пришел на этот мир не судить мир, а чтобы мир был спасен через него, потому что он любит этот мир, и поэтому он ради его отдал свою жизнь. Также Слово Божье говорит, что все мы будем рано или поздно давать ему отчет. И когда Господь был на земле, Он с учениками сказал такие слова: все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего и изыдут, одни в осуждение, другие на спасение. Дорогой друже, приходите к Господу, познайте Его, и вы будете спасены, и ваша жизнь изменится. Ибо так хочет Господь. Аминь. Аминь.